Привет, с вами Артем из Банска. Сегодня мы на осмотре квартиры, которая сделана с дизайнерским ремонтом рядом с Перингольфом. Сегодня у нас отличная погода, и давайте уже непосредственно начнем с террасы. Сейчас нахожусь на ней. Смотрите, какая это отличная большая терраса на все три комнаты. Квартира с двумя спальнями, с прекрасным видом. Юго-восточным. Видно даже выкат. Перингольф. Замечательно. Итак, пойдемте внутрь. Так вот, мы находимся в прекрасной гостиной. Здесь очень приятно, классно. Я знаю эти квартиры до ремонта. И поверьте мне, вот эта квартира прям вообще видоизменилась. Прямо она стала уютная, комфортная. Остров сделан с толстой столешницей. Кухня доделана. Встраиваемая техника вся есть. Большой холодильник. Стиральная машина, посудомоечная машина, обращаю внимание. Новая стиральная машина установлена здесь. Вот. Небольшая варочная поверхность, но, как правило, ее хватает. Холодильник, вытяжка, все, смотрите, как прекрасно сделано. Это явно внесли сюда изменения, что так красиво здесь не было. Итак, смотрим. Прекрасный вид, вот вы сейчас смотрите, видите вид. Ну, ребят, ну оно того стоит. Это просто замечательная квартира. С видом, вид горы, лес, солнышко. Итак, пойдемте смотреть спальни. Значит, у нас два санузла и две спальни. Начнем с этой спальни. Большая двухспальная кровать с купленными новыми матрасами. Каждый матрас стоит 700 евро. Поэтому это очень хорошая квартира, то есть очень приятно. Также везде у нас стоят гардеробы. Для того, чтобы жить, нужно все-таки место. Это уже не квартира отдыха, это квартира для жизни. Первый санузел с ванной. Также здесь вот сделал отличие, сделаны шкафчики. Ванна, сушилка, бойлер, унитаз. Классно то, что здесь спальни разнесены в разные стороны. Никто никого не слышит, не мешает. Здесь мы, здесь сделано дизайнерское решение отделения гостиной от прихожей. Очень классно сделано. Сделали прям супер. И нет ощущения, что ты попадаешь сразу в гостиную. Гардероб большой стоит. Смотрите, под потолок сделанный. То есть очень хорошо. И у нас еще одна спальня. Также здесь все сделано. Современные полы, современные матрасы положены. Также гардероб здесь сделан полноценный в потолок. И заходим в этот санузел. Здесь у нас раковина, душевая кабина, шкафчик, бойлер. Для жизни все хватает. Стиральная машина у нас, напомню, монтирована в кухню. Из каждой квартиры есть, из каждой комнаты есть выход в на террасу. Терраса длинная, со всем выходом на все комнаты. Смотрите. Вот такая терраса у нас красивая, она солнечная. Здесь прекрасный вид. Сегодня немножко пасмурно, но тем не менее, смотрите, какая красота. Тихо, классно, отлично. Также в этом комплексе, вот там расположен открытый бассейн и закрытый бассейн. Сауны, парная, инфракрасная и финская. Все доступно для тех, кто будет здесь проживать.